Первый день марта не принес тепла, наоборот, в городе выпал снег и окреп мороз. Однако весну искитимцы все же встретили. 1 числа воспитанники музыкальной школы подготовили концерт для мам и бабушек, в котором подарили столько тепла, что сердца зрителей оттаяли. Белый верх, черный низ. Парадная одежда по особому случаю. Концертный хор под руководством Валерия Щербакова распевается перед выходом на сцену. Коллектив открывает программу, посвященную главному празднику весны. Первые признаки. Ну, тепло, хорошо. Погода вроде должна установиться. Праздник мамин. Настроение хорошее у нас. Да, скоро каникулы, признаки весны. В фойе собираются мамы и бабушки артистов. Они ждут интересного представления и, конечно, скучают по теплу. Уже охота раздеться, уже охота на дачу, гулять на улице побольше. Ну, просыпается все весной, так что и человек тоже. Да, весной хочется все делать в ожидании, что скоро лето будет, отпуск будет, можно съездить куда-то отдохнуть, поэтому... Смена времен года – это очень хорошо. Весна начинается с музыки, весна начинается с любви. Без чувств нельзя жить, это неинтересно. Поэтому я считаю, что музыка, она вершина всех искусств. Первый номер программы – песня под названием «Мама». Говорят, когда ребята репетировали, некоторые из них растрогались до слез. Первый концерт весны запомнился проникновенными голосами, виртуозной игрой на инструментах и душевными танцевальными постановками, которые порадовали настроением и яркими костюмами. Пою